Всем привет, с вами я, Гера. Сегодня мы поиграем в разные мини-игры на сервере Hypixel. А именно, мы поиграем в новые мини-игры. И из новых мини-игр здесь есть, получается, дуэли всякие, Bedwars, не знаю, как это правильно считается, но UHC Deadmatch, точно не знаю, как это правильно считается. Я знаю, что это, но не помню, как это правильно считается. И Survival Dash. Ну, мы сегодня поиграем, конечно же, не все, но, допустим, в дуэли поиграем. И в Бадварсик, да, но сначала мы зайдем в дуэли. Значит, во-первых, здесь добавились боу-дуэль на 1 на 1, классик-дуэль, ванилла-дуэль, ну, типа ванильная дуэлька, и оп-дуэль, ну, там всякие алмазные штуки, спиды, все такое. Ну, мы, наверное, поиграем в классик-дуэль. И, кстати, здесь классно, что можно делать, знаете что? Я, короче, сделал такую штуку. Так, значит, кто мне интересно играет? Я надеюсь, это не какой-то там МВПшник. Да, я сделал, чтобы у меня удочка была во втором слоту, лук... Ой, это МВПшник со мной играет, это типа крутой человек будет. Лук в третьем слоту, все такое. Ну ладно, сейчас мы его должны в комбо завести. Так, тихо. Я еще не разогрелся, так что, может, я сейчас нубить буду, и плюс у меня еще подлагивает чуть-чуть. Так, значит... Ой-ой-ой, больно. Ну, да. В принципе, я вам показал, что это такое, это обычная дуэль. Ну, вот у меня сейчас не получилось выиграть. Ну, и давайте, наверное, сейчас еще покажу дуэль на луках. И, наверное, пойдем на Бедварсик. Да, так, значит, пошли. Ой, стоп, назад. Зачем я сюда опять зашел? Так, значит, вот, я вышел, хорошо. И заходим на дуэль на луках. Да, просто я хочу вам показать хотя бы две дуэльки. Так, боу-дуэль. Хорошо, все, заходим на боу-дуэль. Так, с нами сейчас посмотрим, кто будет играть. Ну, какой-то человек, да. Так, вон он там бегает. Но у него хоть скин есть, а то вчера играл, там кого-то вообще скина не было. И здесь, кстати, спиды есть, и эндерперлы. Эндерперлы и спиды, это классно. Так, ну ладно. А где он? Стоп, я не понял. Дядя. Дядя. О, я попал. Классно. Слушайте, а я, оказывается, умею стрелять, да? Оказывается, вообще. Ладно, давайте мы как-то вот так вот стрельнем. О, опять попал. А он вообще, я вижу, не умеет стрелять. Ну, лучник не очень хороший, значит, у него он. И мы, наверное, выиграем сейчас. Да, мы выиграли в этой дуэли, ура. Дуэль на луках даже, давайте, наверное, напишем GG. Да, ну и выходим, да. И сейчас мы пойдем на Бедварс. Погнали! Ну, в общем-то, вот и началась наша игра на Бедварсике. У нас уже даже есть чуть-чуть золота. Да, золото мне... понадобится 100%, я уверен, да. Так, ну ладно, давайте еще чуть-чуть покупим. Нам нужно сразу 6 золота, хорошо. 6 золота есть, теперь надо... Ой, не туда, вот сюда. Значит, я вам рассказываю, что здесь вообще творится. Здесь надо купить шерсть. Можно застроить чуть кроватку, но это не обязательно. Но я, конечно же, ее чуть-чуть застрою. Правда, я не люблю это делать. Ну ладно, сегодня я добрый, да. Давай, давай, застройся. Чего я не могу ее застроить? Обалдеть. А что она не ставится? Я не понял. Вот тут не ставятся блоки. И они даже не ломаются. Прикольно, прикольно. То есть я не могу застроить кроватку. Классно. Вообще супер просто. Так, значит, мы покупаем вот здесь всякие вещи. То есть мечи, все такое. Вот давайте мы сейчас железный меч купим, да? Купили мы железный меч. У нас уже есть кирка в самом начале. А вот этот, он прокачивает. То есть, допустим, мечи он прокачивает. Sharpness Sword. Только за 8 алмазов. Обалдеть. Еще, получается, на протекшн один делает что-то. Ну, в общем-то, да. Хорошая вещь. Так, нам нужно, наверное, построиться вот туда. Строимся вот туда. Так, значит, на тебе блок. Оп. Так, и идем. Так, 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 так. Ну, пожалуйста, ну не мешай, ну серьезно. Мешают еще так. Ой. Прости, братан, я не хотела. Я ему хотел блок поставить, да. Сорян, бро. Так, ну ладно, в принципе, мы уже почти достроились. Главное, чтобы сейчас сюда никто тут не пришел. Фух, вроде никто не идет, потому что я хочу все-таки эмеральды забрать, они все-таки мне нужны. Так, так тут алмазы, Ему взяли, получается, 4 алмаза. Правда, я не знаю, что я смогу за них купить. Ну и давайте мы, наверное, сразу же построимся. Стоп. Что? К нам строятся, знаете, если они не защитят нашу кровать, я просто, я обалдею. Потому что здесь... надо сразу же защищать кроватку. Да, так, ну что вы сюда бежите? Давай иди вон, убивай того. Вон тот умный, молодец, идет убивать его. А ты что-то делаешь, непонятно что. Так, у нас есть еще 2 золота, а тут есть еще какой-то красный. Ой, а что ты его сюда перекинул? О, хорошо, изумруды. Ух ты, изумруды, откуда у него столько изумрудов? Вы даже не представляете, как здесь нужны изумруды.
мы сейчас купим на них что-то. Что же нам за них купить? Можно поужину купить. Это что такое? Эндерперлы есть. Сколько? 4 эмеральда. У меня как раз хватает на эндерперл. Классно. Так, 30 айрон, голден эппл. А можно еще? Конечно. А, нет, нельзя. Надо еще чуть-чуть покопить. Слушай, так голден эппл — это вообще классно. Я прям сейчас одно съем. А теперь еще куплю одно. Так, значит, хоп. Нет, не хватает. Ну, ладно, ничего страшного. Так, что мы можем купить за 4 алмаза? Броня сколько стоит? 6 эмеральдов. Ого. Ну, можем еще башмаки купить. Башмаки — это классно. Ой, сразу еще и железная поножи. Классно. Очень классно. Так, можем еще кирку купить, да? Так, кого-то там сломали. Ну, нам-то что? Нам же все равно. Так, значит, я мог алмазный меч, если честно, купить. Но я его не купил. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, блоки, конечно. Как я забыл про блоки? Вообще, как можно было забыть про блоки? Так, 6 эмеральдов, 8 голды. Не хватает. 30 айрон. Ну, ладно, купим за 30 айрон. Тоже хорошо. Ну и все, можем мы, наверное, пойти к кому? Кого надо сломать? Вот кого надо сломать? Вот зеленых надо? Давайте сломаем зеленых. А, нет, зеленых уже не надо. Зеленые... О, нас сломали. Прикольно. Прикольно, очень прикольно. Ну ладно, мы вроде живы. Это очень хорошо. Так, значит, все. Надо пойти за эмеральдом. А, там уже кто-то идет, да? Или нет? За алмазами я имею в виду. Ну, да, вроде он тут идет. Ну, ладно, молодец. Иди, хорошо. Так, значит, да, он пришел. Он... А, тут нету... А, вот... А, ну он взял. Ну, ладно. В общем-то, давайте мы пойдем, наверное, сюда. Так, давайте мы, наверное, вот это ему скинем. Вот это, да? Не знаю, зачем ему это надо. Ну, золото я уже не буду скидывать. Мне как бы тоже понадобится. Главное, чтобы здесь меня не скинули, потому что здесь есть луки. Ну, и стрелы, конечно же. Так, там зеленый, да, значит? А тут синий наш, то есть. Синий наш — это хорошо. Да, он же наш. Да, наш. Хорошо. Так, главное, чтобы его там не убили. А то будет очень нехорошо. Так, привет, братан. Значит, ты тут завоевал центр, ты молодец вообще. Так, 17 секунд до эмеральда осталось. Ну, давайте поднимемся сюда. Здесь 13. Хорошо. Хорошо. Там что? Там... не знаю что. Ну ладно, в общем-то, дай мне эмеральд. Пожалуйста, 4 секунды, 3 секунды. И нам сейчас дадут эмеральд. Все, дай эмеральд. Хорошо, мой эмеральд. Теперь идем, спускаемся сюда. То есть, все, у нас есть 2 эмеральда, это прикольно. А, желтых надо сломать, слушайте. А это, конечно же, прикольно, что желтых надо сломать. Ну, в то же время и опасно. Потому что все-таки они, наверное, готовы. То, что мы к ним сейчас придем, да? Главное, чтобы сейчас меня никто не убил. Еще есть, получается, зеленые. Зеленых тоже надо будет как-то сломать. Слушайте, а у них застроено, получается, этим досками. А топоры здесь есть или нет? Я точно не помню. Ну ладно, давайте мы как-то построимся, да? Ну, очень опасно сейчас будет к ним прыгать. Не очень мне это хочется делать. Так что надо как-то аккуратно вот так вот пробраться. Слушайте, а они меня не замечают. Вот знаете, в чем прикол? Они меня не замечают. Стоп. Пацан, давай ломай. Ломай, ломай, ломай. Ну, давай. Давай, быстрее, быстрее ломай. Так, давайте, вы атакуйте, я ломаю. Вы атакуйте, я ломаю, все по тактике. Есть, я сломал. Ура, мы сломали кроватку, классно. И мы снесли команду, мы полностью снесли команду. Это также вообще классно. Так, тут еще 4 золота было, классно. Так, мы вообще богатые, 15 золота, это очень много. Так, что здесь? Тут ничего. Понятно, ну что, мы можем что-то прокачать, да? А, не, у нас денег нету. Ну, ладно. Так, вот это мне не нужно. Надо, наверное, купить еще себе блоков. Точно, блоков надо купить. Ура, я сломал кроватку, это очень классно. Так, луки сколько стоят? 12 голды. Слушайте, а мы можем купить лук. Обалдеть, только к нему еще надо будет стрелы, да? Ну да, надо будет еще стрелы. Хоп, и еще одно золото. Пожалуйста, спасибо большое. О, так мы еще сейчас больше стрел купим, получается. Хоп, хоп. О, классно, у нас теперь 48 стрел. Слушайте, 48 стрел, это, конечно же, классно. Даже эндерперл есть. Эндерперл — это вообще классно. Так, главное здесь как-то аккуратненько вообще пройти. Плюс у меня же было 2 изумруда. Ну ладно, я уже не буду ничего за них покупать. Надо будет сейчас как-то аккуратненько так выиграть. Главное не проиграть. И нам осталось сломать всего лишь-то зеленых. А где зеленые, я точно не знаю. Зеленые у нас там. Понятно, понятно. Где у нас зеленые? Ну ладно, давайте мы как-то к ним пойдем, да? Аккуратненько так. А они не знают то, что у меня есть лук. Их там двое. Вот это, конечно, печально, что их там двое. Плюс еще, может быть, у них как бы тоже есть луки, да? Или нет? Даже и не знаю. Ну ладно, давайте мы как-то в них постреляем, что ли.
Так, значит, ой-ой-ой-ой-ой, надо в руках держать эндерпёрл, если он меня скинет, надо будет его кидать. Пожалуйста, не скинь меня, фух, все, он меня не скинул. Я так и знал, что у них будет сейчас эндерпёрл, это будет очень печально. Нет, я что, попал? Не, я не попал. Ну ладно, ладно, так, есть здесь еще эмеральды, вот лежит, хорошо, там вроде нету, да? Да, там нету. Слушай, ну хорошо, что мы владеем центром, это очень классно. Так, значит, там люди у нас, да? Ну что, я не могу попасть? Серьезно. I have e-pearl. E-pearl. I need один эмеральд. Тебе надо один эмеральд? Я не знаю, на, давай тэпаемся. ТП, ТП. Где буква Т? Я потерялся. Ну ладно, мне, в общем-то, и не надо. О, еще больше эмеральдов. Так, давай туда. Туда давай. Давай, бежи за мной, беги. Беги. Ну, беги. Давай, 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 наступаем, тихо. Надо быть как-то аккуратным. Знаете, ой-ой-ой, да что ты меня тэпнулся, обалдеть, что ты делаешь? Опасно, опасно. Что же делать? Что же делать? Даже и не знаю. Это как-то опасно, если честно. Но, конечно же, надо к ним наступать. Конечно же, надо. Но я что-то тупанул как-то. Как-то тупанул, очень опасно тупанул. Так, а стрелы-то не бесконечно. Не как на Ваймворлде или где там. А, не, на Ваймворлде. Стоп. Я не помню точно, как на Ваймворлде, но мне все равно, в принципе. Так, ну что, давайте мы пойдем еще что-то купим, что ли, да? 4 алмаза есть, мы можем что-то купить. Это 100%. Так, значит, мы бежим, да? Значит, бежим. Я просто еще вам хочу показать, что здесь есть. Здесь есть еще один житель. Он, получается... Нет, это не он. Сейчас соберу вот это. Получается, вот этот житель. Он продает всякие, типа... О, Sharpness Sword. А, мы уже прокачали. То есть, нам кто-то прокачал меч, получается, и у нас теперь на старту один меч. Это очень классно. Давайте мы, наверное, еще, что ли, купим меч получше, да? Вот такой. За 4 эмеральда. И у нас будет меч просто обалденный вообще. Ну, и, в принципе, с такими уже вещами мы можем идти, по идее, и на врагов, да. Только я хочу посмотреть, сколько здесь еще броня. А, я больше не могу купить. Да, не могу. Ладно, давайте тогда стрелы куплю. Стрелы мне понадобятся. Ну и все, мне уже надоело, я пошел. Хоть умру, хоть не умру, зато помогу своей команде. Так, значит, что у нас есть? Эндерпёрл. Эндерпёрл — это классно. Так, значит, что у нас есть? Острота 1, да, хорошо. Так, я еще забыл за изумруды, правда, купить. Ну, то ладно, то ладно. Так, ну и давайте, наверное, пойдем разносить, да, их. Так, так, хорошо, хорошо. Хоп, 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 хоп. Все, мы, значит, уже здесь. В принципе, мы можем вот так вот еще два блока поставить. Хоп. Ой-ой-ой, опасно. Очень опасно. Ну ладно, в принципе, вот так вот нормально, да? Так, что же делать, что же делать? Давайте, наверное, вот так вот на них посмотрим там, да? Значит, что они делают? Они стоят. Это очень жестко, да. Ну и давайте мы, наверное, пойдем уже к ним, потому что что тут ждать? Вот что тут ждать? Ну, серьезно. Так, давай, тэпаемся. Я нормально тэпнулся? Ужасно, я тэпнулся просто. Ну, ладно, в принципе, убиваем вот этого, хоп, и вот этого. Железный голем, это, конечно же, хорошо. Но мы должны это сделать. Давай, 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 одно хп. Есть, мы выиграли, класс, это очень классно. И да, еще с них выпадают ресурсы, если кто не знал. Давайте мы напишем GG, все-таки я затащил, я выиграл, это очень классно. Я сделал, получается, 2 килла, ну какая разница, сколько я сделал, зато я сломал кровать. Я убил последних людей, и это получилось очень классно. Так, юлакчу. Ух ты! Да, нам понравился Бодварс. Понравился же нам Бодварс. Конечно, понравился Бодварс. Все готово. И мне дали, получается, еще 5000 опыта на Хайпикселе. Это очень классно. Я люблю опыт на Хайпикселе. Ну и вот такое у нас получилось очень классное обновление на Хайпикселе. Очень классный Бодварс, дуэли. Все очень-очень классное. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока!